всякого сомнения, первый в России, который построен в России, создан. Это чисто ваш медицинский университет? Да, чисто медицинский университет. Робот, хирургический. Университет забрал. Значит, он первый в России. Позволяет ассистировать при эндоскопических операциях. Вот. Эндоскопические операции обычно проводятся хирургом, одна рука его занята для удержания, а вторую рукой вот он и делает. Одну рукой держит эндоскоп, и следующая пуля дает. Это очень неудобно. Капля крови там в носу, эндоскоп замазывается. Надо его вынимать, протирать. А для удаления крови используется отсос-аспиратор. То есть мы вынуждены своим инструментом менять на отсос. Есть инструмент с встроенным отсосом, но они очень неудобны. Вот. Посадить помощника, он должен обладать такими же знаниями, как и оперирующий хирург. Я пробовал сказать, как это должно вот. Поэтому вот создана такая система, которая управляет движением эндоскопа в пространстве по команде оперирующего хирурга. Используется датчик, который на голове выбирает. Кивком головы выбирает направление движения, но движение с молочной происходит, надо напитать. После этого он начинает медленно. И двумя руками можно оперировать. Но на больных, лицензированная, это прототип, да? Но у нас есть диссертация, мы пробовали на стандартном классическом тренажере в виде трубки, куда подавали кровь.